Сегодня ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан Арын Орысалиев представил педагогическим коллективам нового руководителя Департамента по контролю в сфере образования. На эту должность назначен Ерлан Карабалаев. Место руководителя департамента по контролю в сфере труда долгое время пустовало. Ответственный секретарь Министерства образования и науки Арын Орысалиев специально прибыл в область для представления нового руководителя. Ранее стипендиат программы «Булашах», юрист, политолог Ерлан Карабалаев занимал пост советника акима области, заместителя областного управления образованием. Ерлан Карабалаев родился в 1983 году в ауле Ахсу-Айолы Шетского района Карагандинской области. Закончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности политолог, университет имени Кунаева по специальности юрист. Кроме того, по программе «Булашах» учился в университете Бирмингем, Великобритания, на специальность международное развитие. Работал в департаменте Министерства образования и науки в национальной компании «Казатомпром». Ерлан Жагыппарович Карабалаев 6 апреля 2018 года назначается руководителем областного департамента по контролю в сфере образования. Вы все знаете Ерлана. До сегодняшнего дня работал в управлении образования заместителем руководителя. Отметим, департамент по контролю в сфере труда намерен работать по новым принципам – открыто и эффективно. Заместитель акима области Руслан Рустемов высказал свое мнение касательно нового кадрового состава. На новые должности желаем больших успехов. Для назначения вас в область прибыл ответственный секретарь Министерства образования и науки. Это для руководителя управления большая честь и ответственность. Ранее департамент по контролю в сфере образования приостановил деятельность ряда колледжей и не провел через государственную аттестацию школы. Представитель министерства отметил, что у Ерлана Карабалаева, за плечами которого опыт, будет проводить эту работу с честью и долгом. С этим согласились и представители сферы образования области. Айгуль Аханова, Айнур Тонгышбаева, Ахан Алиев, Турихан Кужахметов, телеканал «Кызылорда».